Представляю вашему вниманию камеры для слежения за животными Scout Guard. Конкретно эти камеры представляют собой модель с 12 мегапикселями, как у неплохого фотоаппарата. Именно эта модель камер 12 мегапиксель имеет возможность отправки MMS-сообщений как на смартфон, так и на ноутбук. Подсветка инфракрасная, черная, в диапазоне 940. То есть она не видна ни глазу человека, ни глазу животного. У таких камер есть три модификации. С красной подсветкой 8 мегапикселей, с красной подсветкой 12 мегапикселей и с черной подсветкой с возможностью отправки ММС тоже 12 мегапикселей. Камера упакована дополнительно в такой плотной коробке. Поверхность камеры шероховатая. Отлично на ней держится камуфляжная лента, если вы захотите ее дополнительно замаскировать. Провода и ремешок. Камера может крепиться на специальный штатив, который вы можете купить у нас в магазине. Открывается с помощью вот таких защелок. Что мы видим, открыв камеру? Мы видим дисплей автономный. Не как у других камер, например, Leupold, где нужно покупать отдельно дисплей, только на который вы можете переслать фотографии. А здесь вы непосредственно можете с камеры их смотреть. Включить-выключить кнопка и спрятанный влагозащищенный батарейный отсек. Тянув за ниточку, вы открываете. Обычные батарейки пальчиковые. Работает она как от 4 батареек минимум, так и от 8. Закрывается также на защелке. Особенностью покупки таких камер в нашем магазине я хочу отметить то, что мы даем наиболее полную инструкцию пользования этих камер на русском языке. 34 листа А4. Поскольку программное обеспечение этих камер постоянно обновляется, также мы обновляем инструкции с новыми возможностями и режимом съемки. У камеры есть несколько режимов съемки видео с разными интервалами и промежутками, а также съемок фото, как автономное фото, то есть она фоткает подряд, так и фотка идет с датчика движения, который установлен. Датчик движения реагирует до 30-40 метров, не более. Он встроенный. Если вы хотите увеличить эти показатели, то придется пользоваться выносным датчиком движения, который вы будете ставить, например, по периметру всего наблюдаемого поля зрения. Сейчас батарейный отсек. Мы вставили 8 батареек. Давайте попробуем ее включить. На экране показывается время, сегодняшняя дата и индикатор батарейки, насколько хватит еще зарядки. В меню вы можете настроить периодичность отправки видео, фотографирования. И самая главная особенность этой камеры в том, что она может отправлять ММС-снимки, то есть вам приходит фотография или короткий видеоролик на почту e-mail или на смартфон. Это настраивается в этой камере, в инструкции подробно описано, как сделать так, чтобы она отправляла эти фотографии. Предусмотрено гнездо TV, провода есть в комплекте, микро USB, SD-карточка
и автономное питание от адаптера. Монтаж к дереву займет всего одну минуту. В комплекте есть специальный ремешок. Камера установлена к дереву. Что мы видим? Это инфракрасная подсветка, датчик движения и сам объектив камеры. Микрофон установлен внутри камеры, потому что с предыдущими моделями была беда и попадала влага, и разработчики в итоге решили эту проблему очень просто, установив его внутрь корпуса. Это отверстие служит для того, чтобы можно установить был замок на камеру небольшой, в избежании взлома. У нас в магазине также продаются металлические защитные кейсы с дополнительным замком, если вы надолго собираетесь бросать место обследуемое и оставлять камеру, предварительно ее замаскировав. Эффективная дистанция камеры до 10 метров. Максимально возможная. Луч датчика движения проходит около 20 метров на чистом пространстве. В лесу камера, в принципе, работает идеально до 10 метров. Камера слежения за животными Scout Guard 660M – это самая бюджетная камера с возможностью отправки ММС и с невидимой глазу человека подсветкой. В нашем магазине охотника.net представлен самый широкий выбор камер фирмы Scout Guard 660M.